Амичу вынесли приговор за двойное убийство. Установлено, в марте прошлого года 38-летний мужчина зашел в частный дом по улице 2 Береговая. Застрелил из обреза ружья 54-летнего хозяина и его 85-летнюю мать. Тела спустил в погреб, замыл следы крови и скрылся. Из дома также вынес телевизор стоимостью 8000 рублей. Рюкзак, где хранил обрез ружья, Амич отдал знакомому, а телевизор спрятал в салоне красоты. Там работала супруга. Выяснилось, оружие изготовил самостоятельно. Закончилось рассмотрение уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя города Омска, который обвинялся в убийстве двух лиц, один из которых находился в беспомощном состоянии, сопряженном с разбоем, а также в незаконном изготовлении, хранении, ношении огнестрельного оружия. Мужчина признал вину, но позже отказался от показаний. Заявил, что не причастен к преступлениям. 7 июня Омский областной суд вынес приговор. 18 лет в колонии строгого режима, а также выплата 2 миллионов рублей компенсации морального вреда родственникам убитых.